Доброе утро, и куда это мы собрались? Боже мой, это же за шариками. Сегодня Таня, моя любимая именинница. Так что нужно немедленно поздравлять. Красота, а жуть. Здравствуйте, мои любимые. Здравствуйте. Она же видит нас. Никто не видит, она спит. Она спит, она мне ответила. А зачем ты звонила, блядь? Вера, помочь тебе. Вера, как тебе нравится? Девочки, вы уже охуели уже. Где мальчики, где девочки? Мы уже потерялись вообще. Вот, раздай девочкам эти шары, а мы будем тащить это, что ж делать нам? Ой, оно ж неподъемное. Подъемное поднимем, подожди. Да? Мы потащим, да. Все, давай. Пойдем. Давай. Остановились. Валера будет. Танюха, хватит спать, выходи. Открывай дверь, блядь. Чтобы все были здоровы, и чтобы над нами сияло солнце прямо как на Майами. Чтоб достанет жила, чтоб горя не знала, и чтобы дети нас радовали. Посмотреть на твой золотой унитаз, о котором все рассказывают. В-третьих, мы с Машкой, с Людкой, вот Лен, которая добавила, скинулись, мы себе купили новый четвертый ресторан. Вот, потому что... Ты у нас любишь работать! Это не даст тебе состариться никогда. Так что я думаю, что все поздравляют и желают дожить до 120 лет. Мы тебе желаем доработать до 100 лет, а там посмотрим.